Новые виды спорта набирают обороты в Караганде. В минувшие выходные в городе прошел первый открытый чемпионат Казахстана по армлифтингу и военному жиму лежа. Более сотни спортсменов с разных уголков Казахстана и стран ближнего зарубежья приняли участие в чемпионате. Подробнее в сюжете. В одном из спортивных клубов города в минувшие выходные витал дух азарта и соперничества. Здесь проходил первый открытый чемпионат Казахстана сразу по двум новым видам спорта – армлифтингу и военному жиму лежа. Армлифтинг – относительно молодой силовой вид спорта, однако быстро завоевывающий популярность. Суть его в поднятии тяжести одной рукой, а спортивный эффект достигается из-за того, что рукоятка имеет не совсем удобную форму. Чтобы заниматься этим спортом, не требуется больших материальных затрат. Сегодня мы открываем первый открытый чемпионат Казахстана по армлифтингу и военному жиму лежа. На нашем мероприятии участвуют свыше 100 человек из ближнего зарубежья и Республики Казахстан. Из России, из Кыргызстана, из наших городов. Получается, Темиртау, Астана, Алмата, Кокчетав, Жезказган. Будем представлять армлифтинг в двух движениях. Русская рулетка и русский кирпич. Также военный жим лежа. Военный жим – еще один новый вид спорта, развивающий верхнюю часть груди и трицепс. Чтобы получить результат, большое значение имеет правильная техника. Название упражнения пришло из Америки – military press, что переводится как военный жим. Чтобы им заниматься, не требуется экипировки. Главное при поднятии тяжести – не касаться ногами поверхности скамьи. Это мне дает удовольствие. Саморазвитие. Удовольствие просто колоссальное. Этот спорт очень полюбили девушки, которых было много на чемпионате. Среди участников – люди с особенностями развития. На чемпионате Казахстана присвоены официальные звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта международного класса. Главная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятию спортом. Ирина Вабищевич, Рустам Бараев, Владимир Иванюк, 5 канал.